Так, ну кто сейчас будет собирать самокат для мамочки? Мама все-таки заказала себе самокат. Огромный, да? Вау, какие колеса! Класс! Какие колеса классные! А еще, смотри, да, для бутылочки, правда, это можно туда вставлять бутылочку для воды. Давайте. Теперь мама будет в тренде кататься вместе с сыном. Ну, крутейший самокат. Просто. Кирюш, мамин, мамин, отдай. Очень классный. А, на самом деле, мы нашли просто очень крутой магазин, где супер цены, поэтому взяли целых два самоката. Ну что? Классно. Ну, это мой самокат, а для Ильи самокат тут. И не переключайтесь, вы обалдеете. Там такой крутой самокат. Ой-ой-ой. Оба! Это самокат мы взяли для Ильи. Вот с такими колесами, просто огромными.